Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу павильон 3 на 6 на брусе, брус на столбиках. Пока идет подготовка, сборка, только приехали, начинаем работать. Каркас теплицы мы поставили, закрепили его к основанию, выровняли, начали обшивать стены. Сейчас будем клеить ленту, одевать профиль на листы и параллельно будем готовить к покрытию крышу. Начали монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 3 на 6 на брусе. Цельные двери по торцам видим. Резиновый торцевой уплотнитель обязательно. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20-40, основная арка, подпирающая 20-20, арки в виде ферм, стойки из 40-й трубы. Все покрашено полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Также имеются диагональные усилители. Каркас стоит на брусе, брус 100 на 100, обработан антисептиком и закреплен. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,72 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вместительная и очень надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и пишите свои комментарии. Всем пока!